Ну, хорошо, давайте начинать, раз больше никого не будет. Не вижу смысла ждать дальше, потом, если что, все желающие уже подключатся по ходу повествования. Давайте я запущу тогда. Здравствуйте, Анастасия. Так. Здравствуйте. Давайте сейчас сделаем демонстрацию экрана. Сделаем вот полноэкранный режим. Вот сейчас вроде бы должно быть видно. Значит, сегодня, ну, для меня это заключительная лекция, но я так понимаю, у коллег еще будут какие-то рассказы. Поговорим про научное программирование. Как программировать так, чтобы результатами твоей работы могли воспользоваться в будущем другие люди? В прошлые разы мы говорили об оформлении результатов работы текстовых, да, как их, как верстать тексты с помощью системы тех, и рассматривали оформление картинок, да, результатов работы графических. Но нужно понимать, что очень часто в научной деятельности хорошо написанный код является точно таким же результатом, как картинки или статьи. И это результат, который точно так же можно передавать по наследству будущим поколениям. И очень желательно, чтобы код был написан хорошо, был легко используем, понятен, читабелен, и главное, чтобы он еще и решал ваши собственные задачи за какое-то разумное время. Вот об этом и будем сегодня говорить. Собственно, на слайде представлен круг тем, которые я бы хотел сегодня затронуть. Собственно, от того, зачем научное программирование надо, какие задачи оно решает. И дальше мы посмотрим на весь цикл. То есть это разработка приложения, тестирование, документирование, публикации исходных кодов. Ну и вот хотелось бы в конце затронуть темы защиты авторских прав и тему патентования нашей работы. Вот об этом всем сегодня постараемся немножечко обзорно так вспомнить, пробежаться. Значит, ну, во-первых, само по себе научное программирование, оно на самом деле очень сильно отличается от того программирования, которым занимаются где-нибудь в условном Яндексе или в Гугле. Потому что сама специфика задач, она резко отличается, например, от тех случаев, ну, да, которые, там, например, связаны с версткой сайтов или с разработкой банковских приложений. То есть те задачи, которые решаются в IT-индустрии, это, как правило, задачи, ну, как бы не все, но в большинстве своем, задачи, связанные с обработкой текстов. То есть мы обрабатываем базы данных, какие-то, ну, например, там, да, массив твитов в Твиттере или информацию о пользователях какого-нибудь приложения, да, информацию об аккаунтах. Здесь, в принципе, научное программирование – это не про обработку текста вообще чаще всего. Научное программирование – это про то, как написать молотилку для чисел, которая сможет перемалывать триллионы чисел с плавающей запятой и при этом успевать это делать за приемлемое время. То есть в идеале, конечно, чтобы наши расчеты завершались в течение нескольких недель. Здесь, опять же, возникают вопросы параллельных вычислений, которые призваны немножечко снизить сложность и ресурсоемкость задачи. Здесь возникает вопрос использования суперкомпьютеров. То есть вообще в нормальной жизни суперкомпьютер для обычных задач как будто бы не очень-то и нужен. То есть даже если у вас много данных, какие-то большие задачи, быстродействие чаще всего не является каким-то бутылочным горлышком. Быстродействие сети тоже и обмена данными не является каким-то таким вот, ну, как бы серьезным препятствием, которое будет кардинально влиять на подходы к решению. Да? То есть система из распределенных компьютеров
вполне себе много с чем справляются. Посмотрите на тот же интернет. Здесь ситуация с научным программированием немножко иная, поскольку данных реально очень много, надо уметь обмениваться ими очень быстро. Соответственно, строятся специальные суперкомпьютеры, и задачи очень часто решаются на них. Ну, вот такой самый, наверное, яркий, понятный всем пример – это предсказание прогнозов погоды. То есть, казалось бы, откуда берутся прогнозы погоды? На самом деле, это результат даже не только и не столько обработки эмпирических данных. Это еще и результат построения климатических моделей и исполнения климатических моделей. Соответственно, вообще использование суперкомпьютеров – это вот такая характерная черта научного программирования, и по большому счету во многом для этого их и строят. Ну и, соответственно, мы понимаем, что научные приложения, они обычно скучные, консольные. То есть мы составили в консоли, да, в Vim'е какой-нибудь маленький input-файл из 10 строчек, и, ну, условно, там, да, они относительно небольшие, эти данные, чаще всего, которые мы подаем на вход. И дальше наша программа работает сутки, двое, неделю, месяц, перемолачивая те числа, которые получаются при обработке исходной задачи. Ну, поэтому надо быть готовым к тому, что вообще научное программирование, чаще всего оно такое скучное, невеселое, в чем-то неяркое. Цикл очень продолжительный у научного ПО, он может длиться до десятилетий. То есть вот такие известные программы, например, как Gaussian, это программа для численного моделирования молекул. Разработка начата в 60-е годы, там еще на очень старых версиях Fortran. Ну, то есть представьте, прошло уже почти 60 лет, а вот этот код, он наследуется, приумножается. Естественно, код зарастает грязью. В общем, тут на самом деле мы приходим к главной проблеме научного программирования. То есть вот это все были такие некие отличительные особенности, мы перечислили. А есть еще и проблема. И проблема в том, что чаще всего люди, которые пишут код в науке, они довольно мало квалифицированы, именно как программисты. Потому что, ну вот как указано на слайде, зачастую объяснить физику, как программировать, ну, как-то минимально, да, чтобы у него задачи работали, гораздо проще, чем объяснить физику программисту. То есть, казалось бы, вот что физик – это какой-то очень высококвалифицированный человек, что программист, то есть, что те долго учатся, что другие долго учатся. Но вот почему-то голова у людей работает так, что научиться программировать проще, чем разобраться в квантовой механике. И поэтому все те коды, которые, ну, чаще всего с которыми приходится работать, научные коды, выглядят зачастую как нагромождение. Ну вот, наверное, кто-то видел, кто-то нет. Есть специальные сайты, где можно посмотреть, как нельзя писать код. То есть именно примеры отвратительно написанного кода. Ну вот научные приложения зачастую внутри выглядят именно так. И вот эта грязь накапливается десятилетиями, никто ее не правит, потому что, ну, вот представьте, пришел у вас аспирант в аспирантуру, да, поработал 3 года, потом смотал удочки и ушел куда-то, там, в IT-индустрию или за границу уехал, или еще чего-то, а его код остался, его никто не поддерживает, никто вообще не понимает, что там написано. Еще хорошо, если он комментарий написал по-английски или по-русски, потому что и есть оригиналы. Ну, у меня, например, был аспирант, который писал комментарии по-немецки. Я по-немецки ни слова не понимаю. То есть в коде разобраться невозможно было. Так что, в общем-то, ситуация такая, да, достаточно нормальная. Для того, чтобы все-таки немножечко облегчить коллегам жизнь, все-таки имеет смысл пользоваться языками, которые, ну, или изначально были спроектированы под научное программирование, как Fortran и Julia, или хотя бы часто используются в научном программировании, узнаваемы, в общем, большим количеством других ученых. То есть, если это какие-то задачи, ну, например, это моделирование там, твердого тела, моделирование молекул, библиотеки математические, чаще всего они написаны на Fortran. Вот сейчас постепенно Fortran вытесняется языками C и C++,
но все-таки скорее у них и близко не такой охват, как у Fortran. То есть вообще Fortran обычно не жалуют, то есть все в него плюются, вот, но кактус продолжают есть. Делать нечего, на Fortran написано столько кода, что проще научиться Fortran, чем переписывать его с нуля. Очень часто, значит, C для самостоятельных проектов используется, ну, скорее редко, вот, но на C написано огромное количество вставок во всех программах, включая фортрановские. Просто потому, что в Фортране не очень удачно спроектирована система ввода-вывода, она работает медленно, и обычно эти модули как раз на C восполняются. Что касается Питона, ну вот в последнее время очень популярно там на Питоне писать. Я знаю, люди там квантово-химические пакеты пишут, вот вроде там PSCF, какие-то вещи, связанные с машин-лёрнингом, но надо понимать, что в любом случае Питон — это всегда будет оболочка. Внутри этого Питона всегда будет находиться код, когда-то давным-давно написанный на C или на Fortran. То есть вот, например, тот же NumPy, всеми нами любимый, это, по сути, такая очень хорошая, мудро спроектированная оболочка вокруг библиотек глаз-лопак, которая, собственно, фортрановская. Поэтому, ну вот, язык Julia появился, наверное, лет 10 назад, может быть, чуть больше, и очень долгое время не находил поклонников. То есть все знали, что он есть, что он хороший, как бы хорошо, интересно спроектирован, но просто не было критической массы научного кода, которая была бы на нем написана и как бы могла бы его использовать. Ну вот последние 2 года такие некие подвижки все-таки наблюдаются, то есть потихоньку Julia завоевывает место под солнцем. Ну, посмотрим, к чему это приведет. Ну, собственно, что по этому слайду еще сказать? Я настоятельно не рекомендую использовать языки программирования, которые модные, популярные, но которые и в целом хорошие, да, но которые не воспринимаются большинством ваших коллег. То есть вот, например, сейчас обороты стремительно набирает язык программирования Rust. Это такая, кто не знает, улучшенная версия языка C, там немножечко доработан синтаксис, ну, даже немножечко доработаны подходы к выделению памяти, но и работает он, в общем-то, очень быстро, практически как C. Но проблема в том, что этого языка никто не знает в научном сообществе. То есть вот, вот среда физиков — это Python, Fortran, C, и все, и больше ничего. Поэтому если вы принесете людям код, написанный на Rust, будьте уверены, что с ним просто никто не станет работать. Просто потому, что людям даже будет лень устанавливать на свои машины компилятор Rust. Ну, просто потому, что это требует напрягать голову, а голову, в общем, обычно напрягать ученые готовы только, ну, по поводу тех задач, с которыми они работают, чтобы ни на что не отвлекаться. Времени и так мало. Вот еще важная особенность научного программирования. Это не только круг языков, да, которые мы перечислили, которые для него характерны. Это еще и очень активное использование готовых решений. То есть, как я уже говорил, ученые люди довольно ленивые. И если кто-то что-то написал лет 40 назад, будьте уверены, ученый это возьмет. И на самом деле это достаточно здравая, хорошая практика, которой стоит поучиться у научного сообщества. Чаще всего это библиотеки математические. Ну, мы здесь не берем задачи машин-лёрнинга. Библиотек для машин-лёрнинга написано ВОЗ и маленькая тележка. Для нейронных сетей это отдельная тема. Это, конечно, безусловно, тоже зачастую бывает научным программированием. Но мы сейчас не об этом. Мы сейчас о таких вот как бы более классических задачах, более приземленных. Значит, чаще всего возникает необходимость именно в математике. То есть это линейная алгебра, это преобразование Фурье, какие-то спецфункции и задачки интегрирования на сетки, ну или численного дифференцирования. То есть вот такие основные библиотеки, которыми приходится пользоваться, с которыми лично я сталкивался, они на слайде перечислены. Ну, вот что ты еще скажешь? В принципе, они все имеют интерфейсы к языкам, да, которые здесь были перечислены. То есть и C-шные, и фортрановские, и питоновские интерфейсы для них доступны. Причем для некоторых даже на Java интерфейс можно найти. Они все разные, в общем-то, написаны в разные годы. То есть вот, например, RPAC, она очень старинная, там еще 80-е годы, ASPAC тоже доисторическая. Вот. Какие-то очень новые. Вот, например, библиотека Aiken, она относительно недавно написана, на C++, совершенно замечательная. По производительности, в общем, не уступает интеловской MKL.
Какие-то из них ориентированы на параллельное исполнение, как вот, например, какая-нибудь там МКЛ, да, какие-то менее ориентированы, как GSL для спецфункций. Поэтому, в общем, выбор библиотеки зависит от конкретной задачи, но это, в общем-то, нормальная практика, когда вы компилируете научный софт и видите, что у вас там в зависимости от Intel MKL возникает. Ну, что делать? Вот придется ее устанавливать. То есть чаще всего никто не будет ломать руки и писать диагонализацию методом Jacobi, когда ее можно просто взять, подрезать из Intel MKL. По поводу долгой жизни. Я уже вот начинал про эти вещи говорить, но немножечко расширю. Здесь я на слайде привел как раз примеры разных научных программ, библиотек, с которыми мне приходилось работать. И вы видите, что все они довольно старый, да, то есть если мы, ну, опять же, смотря с чем сравнивать, если мы сравниваем с какими-нибудь навороченными современными мобильными приложениями или там теми же библиотеками для машин-лёрнинга, которые там два года, ну, каждые два года появляется что-нибудь новенькое, здесь ситуация не такая. То есть софт, он написан при царе Горохе и дальше живет, дополняется, стареет, становится все более невыносимым. Ну, одним словом, нам нужно к этому привыкать. Да, и списки авторов бывают совершенно фантастические. То есть, если вы посмотрите список авторов того же Гаусяна, ну, там будет фамилий, наверное, штук 200. То есть, люди годами работают. Есть, ну, вот, как я и говорил, аспирант приходит на задачу, поработал, ушел в другое заведение, а написанный им код остается. То есть, мы должны вот это вот все поддерживать, кучу вот этого макаронного кода в более-менее живом состоянии, чтобы как-то можно было этим всем пользоваться. Еще нашим потомкам, внукам и правнукам. Поэтому, чтобы... ну, понятно, что если мы берем какой-то доисторический проект, чаще всего его можно уже просто выбросить. То есть ему уже ничем не поможешь, там 10 миллионов строк плохого кода, только выбросить. Но если вы чего-то начинаете делать с нуля или относительно с нуля, я бы рекомендовал, во-первых, обратить внимание на то, что проект легко собирался. Есть программы, которые очень грешат именно... очень грешные, очень гнусные, плохой трудной сборкой. Есть замечательная программа InvKem для моделирования молекул. Ну, собирается она, наверное, раз с 20-го, без преувеличения. То есть пока ты все это приведешь в порядок сборочный, скрипт адаптируешь к окружению, ну, ты проклянешь все на свете и вообще с ней работать не захочешь. То есть сборочный скрипт становится таким вот серьезным испытанием силы воли. Ну, если ты преодолел сборочный скрипт, ну, потом точно будешь пользоваться с легкостью. Постоянный рефакторинг. Постоянно. Вы будете в реальной жизни писать код, ну, 30% времени работать с программой. А еще 70% времени вы будете рефакторить код старый. То есть у вас код полежал, годик прошел, вы его смотрите, ну, это же вообще бред, не оптимально написано, так нельзя. Все переписываете по новой. Значит, чтобы эти переписывания не сломали нам программу, мы обязательно заводим систему тестов. Без нее никуда. То есть у нас, ну, пусть это будет не юнит-тестирование, да, но хотя бы какие-то тесты, предполагающие получение легко проверяемых значений, обязательно нужно к проекту приложить. Ну и, соответственно, когда мы проводим рефакторинг, мы ни в коем случае не оставляем какие-то закомментированные куски старого кода, потому что вы оставите, ваш студент оставит, студент вашего студента оставит, и код очень быстро станет просто помойкой настоящей. Поэтому, если что-то не используется, уничтожаем безжалостно и без сожалений. Вы всегда сможете восстановить этот код, просто потому что вы наверняка будете использовать или GitHub, или там, еще какую-то систему контроля версий. В крайнем случае, всегда можно брать вот эту папку, копировать и подписывать дату. То есть к старому коду всегда можно будет так или иначе вернуться. Таскать с собой такое наследство не следует. Ну и, конечно, жесткое соблюдение правил оформления кода. Об этом мы еще чуть-чуть попозже скажем. Но, как говорил мой научный руководитель, пусть оно будет безобразно, главное, чтобы было единообразно. То есть вот правила оформления кода, единые для всего научного коллектива, очень позволяют это единообразие поддерживать. По поводу простоты сборки проекта. Вот тут уже немножко сказал, это правило продления жизни, да, проектов. Поговорим по каждому из пунктов кратенько. Значит, в идеале проект должен собираться с полпинка. Опять же, вспоминаем, ученые люди ленивые, долго копаться в ваших файлах CMake-лист они не будут.
То есть они зайдут, посмотрят, оно или собирается командой Make, или не собирается. Если оно не собирается, то будьте уверены, пойдут к вашим конкурентам. Почти наверняка это будет так. Make-файлы используем для совсем маленьких утилиток. Там типа 5, 10, 15 входных файлов, которые в одной директории лежат. А для больших проектов используем всегда CMake. Есть еще всякие auto-tools, но проблема в том, что они далеко не всегда доступны в центрах коллективного пользования, на больших кластерах. То есть нам надо писать админу, говорить, вдруг установи, пожалуйста. И это все замедляет рабочий процесс. Поэтому CMake всегда очень легко можно поставить, вот, просто скачать сайт и развернуть локально, без ртовых прав, и пользоваться. Поэтому ориентируемся на него. Никогда не пишите сборочные скрипты на Bash. Это совершенно ужасная традиция. И многие люди ею, к сожалению, грешат. Не делайте этого, потому что Bash нечитаемый. Это объективно так. Ученые на нем отвратительно пишут, еще более отвратительно его читают. Разобраться в этих сборочных скриптах невозможно от слова совсем. Частая ошибка, я это прямо видел, это программа WASP. Меня таким один раз порадовала. Значит, они предлагали пользователю самостоятельно открыть Makefile и самостоятельно его отредактировать, прописать, где лежит Intel MKL. Ну, я там уперся рогом и это сделал в 10-й попытке. Но вообще надо понимать, что пользователь наверняка это не сможет правильно сделать. То есть человек, который никогда не программировал, в общем-то, такой в достаточной степени юзер, он вообще не знает, где у него эта MKL на компе живет и живет ли она. И уж тем более он не знает, как прописать пути в Makefile, потому что он наверняка там может даже не знать, как Makefile устроен, какой у него синтаксис. Поэтому вот такие авантюры пользователям тоже не предлагаем. Нужно понимать, что если мы хотим, чтобы нашим кодом пользовались, и его хотя бы кто-то цитировал, людей надо привлекать, а не отпугивать. Вот необходимость куда-то лезть в какие-то файлы с кодом, это гарантированно отпугивает любых недостаточно упертых пользователей. По поводу рефакторинга сказано уже много другими людьми. Наверное, здесь можно прочитать 10 лекций про рефакторинг. Собственно, вот рекомендую две прекрасные книжки. Это «Мартин. Чистый код» и «МакКоннелл. Совершенный код». Мартин, такая книжечка относительно маленькая, там 250, по-моему, страниц. МакКоннелл — это вот такой толщины, толстенный гроссбух. Подробнейший анализ того, как писать код не надо, и наоборот, напротив, да, как писать его так, чтобы он был читаемым, там короткие, понятные инструкции были. Повторяться смысла не вижу. Всех желающих агитирую в эти книжки заглянуть. Наверное, лучше написать уже невозможно. Что касается единообразного оформления. Ну, понятно, то есть рефакторинг – это, конечно, во многом про то, как не дублировать код, как разбивать функции на кусочки поменьше, как трезво проектировать классы на C++. То есть это такие, в общем, вещи, связанные с архитектурой. Но понятно, что если вы пишете код, как я уже говорил, вы хотели бы добиться единообразия для всего научного коллектива. То есть единообразие – это про ширину отступов, как вы оформляете комментарии, как вы оформляете фигурные скобки. И вот эти вещи очень хорошо на старте работы просто согласовать друг с другом. А чтобы не изобретать велосипед, можно посмотреть такие спецификации стиля у Google. У них на самом деле для много каких языков программирования есть такие спецификации. Конкретно нас, ну, коль скоро мы ученые, будет интересовать в первую очередь Python и C++. Ну, где C++, там и C, естественно, понятное дело. Можно посмотреть у них, это достаточно небольшие компактные документы, то есть его можно прочитать в течение часа и этим рекомендациям следовать. В принципе, если вы работаете в интегрированной среде разработки, вы можете сразу настроить параметры стиля так, чтобы среда разработки форматировала код за вас. Ну, например, я пользуюсь средой разработки CLI на JetBrains, вот там у них это все есть. Она, кстати, бесплатная стала с недавних пор, за что им огромное спасибо. Очень рекомендую. Задаешь стиль форматирования, и среда разработки делает все за вас. Краткая выжимка из вот этих гроссбухов. Совсем основное. Про тестирование уже сказал. То есть не допускайте того, чтобы вкралась ошибка. Вот что-то перефакторили, сразу тестировать, вы потратите много времени. Это факт. Но зато вам, ну, переделывать гораздо больнее, исправлять уже внесенные ошибки.
Не стесняйтесь постоянно менять ваш код. То есть ваш код в идеале должен быть пластичным, как пластилин. Вы его должны мять каждый день. То есть вот вы пришли на работу, сказали, у меня есть полчаса, чтобы перефакторить мой старый код. И вы полчаса просматриваете старый код и думаете, что в нем можно поменять. Опять же, интегрированные среды разработки позволяют очень быстро вот эти все изменения проводить. То есть взяли какую-нибудь переменную, выделили, переименовать во всем проекте. Бах, там 1000 вхождений от переменной. Название изменилось, очень удобно. Ну и постепенно вы таким вот итеративным методом найдете наиболее удачные формулировки сигнатур функции, найдете наиболее удачное название для переменных, такие ясные, как бы самодокументированные. Еще я вынужден совершить один плевок в сторону старого Фортрана. Я уж прошу меня простить, но воздержаться я от этого не могу. Программисты на старом Фортране очень любили выделять куски памяти статически. Ну, то есть там взяли какую-нибудь константу, в начале файла написали, там параметр, количество байт, там миллион. Скомпилировали код, запустили, все работает. А потом пользователь взял и увеличил размер задач. Там не 10 атомов взял в молекуле, а 20. Ну, все рассыпалось, естественно. То есть надо программу перекомпилировать. То есть искать эту переменную и увеличивать программу, перекомпилировать. Ну, понятно, на самом деле, откуда ноги растут. Ну, не было таких технических инструментов, там, в 60-е годы таких конструкций в Фортране не было, чтобы выделять память динамически. Но мы живем в 2022 году. И инструментов для управления памятью в языках программирования разработано очень много. Поэтому выделяем память только динамически и никак иначе. Просто потому, что размеры научных задач могут варьироваться очень сильно, буквально там на несколько порядков. Это нормально. Ну и если вы занимаетесь вообще такой работой с памятью, то, сами понимаете, не исключены утечки. То есть с утечками боремся, как обычно. Я пользуюсь Волгриндом. Есть люди, которые мемчеком пользуются. Таких инструментов, в общем, довольно много. По рефакторингу, значит, ну, вот эти рекомендации, которые я озвучил, они универсальны. То есть какой вы код не возьмете, на Питоне, на Си, на Фортране, на Джули, эти рекомендации, они для любого императивного языка программирования всегда будут одни и те же, более-менее. Что касается Фортрана, и особенно старого Фортрана, здесь есть некая языковая специфика, про которую нельзя не упомянуть. Вы чаще, ну, понимаете, вот как бы можно плеваться, можно ненавидеть Фортран, можно про него говорить и писать какие-то гадости, но хотите вы этого или нет, работать вы с ним будете. То есть и это просто данность, как минимум потому, что на нем пишут все старшее поколение. Ну и к тому же огромное количество кода, который можно взять, просто стащить к себе в проект, или если вы пишете какой-то новый код на том же C, то наверняка вы в какой-то момент станете перед необходимостью вставлять его в чужой проект к вашим коллегам. Ну, в общем, это достаточно нормальная ситуация. Причем вот иногда приходилось слышать, что на Фортране программируют только какие-то очень древние зубры программирования, которые вот только в России, на доисторическом Фортране, все такое отсталое. Это не так. Фортран используется по всему миру и очень широко. И что самое потрясающее, на Фортране начинают писать даже новые проекты с нуля. То есть совершенно замечательные квантово-химические пакеты есть, которые написаны на Фортране с нуля, там, ну, 5 лет назад начата их разработка. Так что Фортран, к нему можно относиться по-всякому, но вот чураться его точно не следует. Ну и раз уж так, если вдруг перед вами встала необходимость с ним работать, уж тем более со старым Фортраном работать, вот рекомендации, которые позволят вам сделать код не настолько мерзким. Значит, во-первых, всегда разделяйте его на смысловые блоки пустыми строчками. Никогда не полагайтесь на однострочный оператор. То есть вот иногда приходится видеть однострочный оператор if. Это и для C плохо, но в C хотя бы у вас есть фигурные скобки. В Фортране фигурных скобок нету, которые бы позволяли это визуально выделить. Поэтому всегда короткая конструкция if – это зло. Использовать ее не следует вообще. Всегда используйте конструкцию if, and if, не ленитесь писать. То же самое, do, and do.
цикл do-go-to вообще использовать категорически запрещено. Мы сейчас посмотрим пример рефакторинга. Метки go-to просто запретить. Ну, про go-to только ленивый еще не высказался. В общем, тут добавить особо нечего. В go-to мы не работаем. И это просто закон. У Fortran есть одна очень нехорошая особенность. Она заключается в том, что переменные фортрановские, в принципе, их можно не объявлять. То есть тип переменной, целочисленное, комплексное или там действительное число, определяется по первой букве. Но это было удобно там, при царе Горохе, когда у вас длина идентификатора была ограничена 6 символами. Ну, почему бы нет? И очень часто, если там индекс, то оно с буквы i, например, начиналось, потому что это от слова integer, целое число. Ну и дальше возникают проблемы в том, что переменная уже могла быть объявлена раньше или как-то инициализирована в другом месте, вообще в другом файле. Или там вы ее объявляете, она инициализируется нулем, а вам надо как-то, чтобы она была по-другому инициализирована. А вы ее явно не объявили. И вот эти все вещи, связанные с жизненным циклом локальных переменных, они очень мучительные становятся. Именно из-за вот этого неявного подхода к выведению типов. Поэтому всегда пишем декларацию implicit null, и она просто говорит компилятору, что все, вот всю эту самодеятельность запретить в обязательном порядке. Пусть у нас программист объявляет все переменные вручную. И это вас избавляет, в общем-то, от всех проблем с инициализацией, ну, там, в 99% случаев. То же самое, что касается глобальных переменных. Глобальные переменные раньше оформляли в common блоке. То есть, по сути, common блок – это что? Это статически выделенный кусок памяти, просто сырой памяти. Он порезан там как-то на ячейке. И вы в каждую функцию притаскиваете объявление этого common блока. И вот с этим, вот, по сути, это глобальные переменные, и вот с ними работаете. Традиция, естественно, ужасающая. То есть, как любые глобальные переменные, этого безобразия в программе быть не должно. Ну, или там одна-две глобальных переменных, как бы можно себе позволить, но ни в коем случае не больше. Давайте посмотрим конкретный пример. Этот пример я взял, он абсолютно реален. Взял я его из замечательного справочника Numerical Recipes. Такая есть книжка, я чуть-чуть позже покажу. Значит, это книжка про численные методы. Написана еще лет 40 назад, может быть, даже больше. В общем, ни одно поколение ученых на ней выросло. И у них, значит, идет коротенькое описание численных методов. Там, вот здесь конкретный пример – это интерполяция сплайна. Вот они рассказывают, что такое сплайны, как их строить, как интерполировать. И в конце приводят маленький примерчик. Ну, вот первый, основной вариант этой книжки, он был написан на Fortran. Причем на старом Fortran 77. Вот, значит, как выглядит кусочек для построения коэффициентов сплайна кубического. Вот такая вот шифровка, 24 строчки, в общем, сверхкомпактно. Тут еще, смотрите, вот они молодцы в том плане, что они хотя бы поставили, вот где конструкция if, поставили хоть какие-то отступы. И вложенные if тоже отступами обособили. Это на самом деле роскошь для старого Fortran, потому что у старого Fortran есть ограничение 72 символа в ширину, и при этом 7 символов слева не используются, 6 или 7, по-моему, не используются. Это было связано с разными ограничениями перфокарт. То есть сейчас перфокарт нету, ограничения остались. То есть чушь, да, но из-за того, что вот эта колоночка, да, 72 минус 6, это фактически 66. У вас есть только 66 ячеек в строке, чтобы их можно было заполнить каким-то полезным содержимым. Ну и понятно, что люди на отступах экономили со страшной силой. Это как бы читаемости не способствует. С чего начнем? Сначала мы от 77-го фортрана перейдем к фортрану 90. Это такой более современный формат, у которого нет ограничений на ширину строки. Ну, то есть есть, но оно позже начинается, там 120, по-моему, символов. В общем, это уже достаточно много. Переводим. Смотрите, у нас уже мы избавились от жесткого отступа по левому краю. Ну, как минимум, декларации под программу.
И мы здесь вносим, как можете видеть, вот после слова subroutine и перед словом end ключевым мы вносим такие пробелы. То есть вот мы четко обособили. Тело функции от ее объявления. Теперь вот перенос строки в 77-м фортране. Это была вот такая звездочка. В пятой позиции или в шестой. В пятой, по-моему. В 90-м фортране перенос осуществляется уже амперсаном в конце строки. То есть вот мы как бы такой выполнили первичное действие, перевели на 90-й фортран. Но код, в общем, не сильно улучшился. Что мы делаем теперь? Мы вспоминаем, что фортран к регистру нечувствителен. А вот здесь, видите, у нас subroutine большими буквами, да, декларация integer real большими буквами, а переменные маленькими. Ну, то есть визуально выглядит правоглазно. Давайте мы будем или большими буквами все писать, или все будем писать строчными буквами. Ну, чаще всего, на самом деле, строчный код, написанный строчными буквами на фортране, считается гораздо лучше. Ну, просто чисто визуально, потому что больше свободного места. То есть все в нижний регистр заправляем. И, кроме всего прочего, вот эти вот ключевые слова endif и end мы заменяем на полные, ну, как-то... Делаем конструкцию, да, делаем ключевые слова полными, без сокращений. То есть вместо endif мы пишем endif целиком, а то, как это положено, на самом деле, по синтаксису. Вот, вместо end пишем end subroutine. Вообще, это очень хорошая привычка всегда. Если вы используете ключевое слово end, вы пишете, что end. Или if, или do, или subroutine, или функция. Хорошо, вот мы немножечко еще код стал выглядеть получше. Едем дальше. Так. Не листается. А, вот. Да. Теперь добавляем смысловые отступы. То есть мы до этого добавили, да, после слова subroutine отступ, пустую строку. Теперь мы весь код разбиваем пустыми строками. То есть у нас четко выделяется, где у нас декларация переменных, где у нас их инициализация. Потом какая-то основная работа совершается в цикле if, ну, в конструкции if, да, проверка. И вот финальное вычисление коэффициентов сплайна – это как раз, собственно, основная вычислительная работа, она у нас хорошо обособлена. Ну, делать вообще это нужно, именно такое смысловое разбиение. Ну, во-первых, потому что это просто проще читать. Во-вторых, когда вы будете заниматься оптимизацией кода, хорошо структурированный код гораздо проще оптимизировать. То есть вы посмотрите: о, у меня здесь там 5 делений, ну это ни в какие ворота. Ну и возьмете их там на умножение, например, замените какие-нибудь хитрые, или сократите их количество. То есть сразу становится, при анализе таких вот горячих точек и узких мест, сразу становится вот наглядно понятно, чего следует изменить. И мы здесь еще добавили, значит, смотрите, я выделил вот красным конструкции, которые мне не очень нравятся. То есть это вот конструкция GoTo, совершенно ужасающая, отвратительная. Это на самом деле цикл в неявном виде. Вот посмотрите, вот цикл, метка 1, вот тут цикл начинается. Мы в него входим, доходим до конструкции GoTo и опять прыгаем на единицу, и опять доходим, и опять прыгаем на единицу. То есть этот цикл, по сути, но оформлен через GoTo. То есть, ну, в страшном сне такое не приснится. Вот, пожалуйста, старый фортран. Ключевое слово return здесь вообще не нужно, потому что, по сути, все возвращение, все возвращаемые значения у вас возвращаются через аргументы. И вот что еще плохо, у вас, как я и говорил, вот конструкция if, смотрите, однострочная. Плохо читается. Это надо убирать. Значит, все переписываем, делаем из-за. Немножечко улучшаем условия if, чтобы оно было не таким правоглазным, убираем goTo. Из if мы делаем, как это называют, да? Ну, и if and if, да, конструкцию такую расширенную. И команда уже pause, она оказывается на отдельной строчке. То есть, смотрите, если мы чего-то захотим в эту ветку if добавить, мы легко добавим вот сюда, до или после конструкции pause. Если мы начнем писать вот сюда, то получится, что мы как бы... Мы просто допустим элементарную ошибку.
Потому что все, что не попадает за if в одну строчку, там следующая строчка за if, она уже не воспринимается как что-то, что находится в конструкциях ответвления. Ну и убрали ключевое слово return. Оно нам не нужно. Хорошо. Едем дальше. Что касается аргументов, давайте аргументы немножечко перефакторим. Используем слово intent in и intent out. То есть это явные декларации того, входные это аргументы или выходные. В общем, по большому счету, оно нужно только для, главным образом, для того, чтобы сказать, входной это аргумент или будет или выходной, ну, то есть это документированность. Это такая самодокументированность программы. Еще одно применение связано с оптимизацией. То есть если вы используете хороший оптимизирующий компилятор, типа компилятора фирмы Intel, в общем, компилятор, увидев, что у нас есть intent out, intent in аргумент, да, он будет его воспринимать просто как константу. То есть его дальше нельзя никак в коде модифицировать, но это константа. Это позволяет выполнить какие-то дополнительные оптимизации, связанные с тем, что можно вообще вычеркнуть из ассемблерного кода все проверки легальности доступа к этой ячейке. То есть меньше операций с памятью. Очень удобно. Все intent-in — это фактически модификатор const. Вот intent-in и const, они одну и ту же функцию, в общем, несут. Потом вот здесь мы добавили implicit num. Это та конструкция, о которой я говорил, чтобы не появлялась переменных, которые ведут себя как-то по-странному, потому что были по умолчанию инициализированы каким-то не таким типом. Теперь вот смотрите, у нас на прошлом слайде что еще было? У нас были integer, real, integer, real, видите, без явного указания длины типов. А мы с вами понимаем, что у вас на самом деле длина типов, она очень сильно зависит от конкретного компилятора и от конкретной машины. И очень может так сложиться, что, например, у вас в программе используются какие-нибудь там большие числа integer, там, ну, порядка там больше нескольких миллиардов. И просто происходит переполнение разряда. Значит, вот, чтобы таких ситуаций избегать, нужно обязательно указывать типы данных явно. То есть мы хотим на integer 4 байта, на тип real 8 байт. Вот это стандартный тип двойной точности, real 8. Едем дальше. Теперь, смотрите, вот тут у нас арифметика некая. И эта арифметика, она тоже очень плохо читаема, потому что нет пробелов вообще. Добавляем пробелы. Добавляем пробелы, и сразу можно подшить 31-ю строчку к 30-й строчке. То есть их как бы объединить. И это на читаемости, как видите, очень сильно сказывается. В положительную, естественно, сторону. То есть сразу видно, что вот эта штука, и это что-то такое напоминающее, то ли взятие производной, то ли что. Тут сразу видно, вот есть линейные члены, вот есть кубические члены. То есть даже если мы ничего про сплайны не знаем, тем не менее есть какие-то наметки, как оно работает. Уже стало немножечко полегче. Едем дальше. Так, значит, вот функция pause. То есть это что у нас такое происходит, то есть какая-то ошибка встретилась, и программа на этом месте просто встает. Она говорит, все, пауза, я больше работать не хочу, все, останавливаем исполнение. Ну, для научного программирования это нормально, но объективно это грязь. Ну, представьте, если, например, мы не смогли что-то считать с диска. Ну, например, вот часто возникает такая ситуация, да, вы решаете уровня Шрёдингера численно, вам нужно взять, считать диск начальное приближение к решению итеративному. Вы посмотрели на диск, там ничего нету. Ну, что нам вылететь, вот так взять и умереть, да? Ну, так мы же можем это приближение сгенерировать, например, из каких-то других соображений, не проблема. Поэтому рекомендуется использовать так называемую ручную раскрутку стека. То есть мы на нижнем уровне вот таких вот грубых действий не предпринимаем. Мы в каждой функции проверяем код ошибки. То есть, если у нас возникла какая-то ошибка, мы пишем error code, ну, один. Вот. А если все нормально, мы успешно дошли до конца, ну, присваиваем, например, нуль. Ну, то есть, надо внутри как бы вашего проекта завести какую-то конвенцию, какие у вас будут коды ошибок. Или даже какие-то именованные константы завести, чтобы не путаться.
Это все, конечно, очень код увеличивает, удлиняет. Но я бы сказал, что читаемость, и это все-таки важнее, чем краткость. Как ни странно. Конечно, читаемость, она... В общем, чем код более короткий, тем он более читаемый. Но все-таки в известных границах. Тоже тут важно не слишком перегнуть. Теперь вот смотрите, у нас названия переменных какие-то дурацкие. Ки, кло, а, б, y, n. Вообще непонятно. Ну, кто такие ки, кло? Ну, видимо, хи – это хай, ло – это лоу. А почему к? Почему вообще буква к используется? Поэтому придумываем переменным нормальные названия. У нас в старом фортране было ограничение. 6 символов. 6 символов и точка. Поэтому и функция называется splint. Spline interpolation. Но ведь у нас теперь 90-й фортран. Мы можем себе позволить придумать какое-то название подлиннее. И мы переименовываем функцию. Она у нас уже называется getSplineValue. И по сути, нам уже даже не нужно писать к этой функции комментарий. Само название говорит нам посчитать значение сплайна в заданной точке. Добавили комментарии. Комментарии по поводу алгоритма всегда рекомендуется добавлять. То есть, что там за алгоритм стоит за тем, что вы все делаете. За тем, что у вас тут запрограммировано. Да? И ло и хи мы заменили на left-right, то есть лево-правый. Едем дальше. И пишем большущий комментарий, который подробно описывает, во-первых, алгоритм, во-вторых, объясняет нам смысл входных параметров. То есть y2 – это, например, вторые производные, массив вторых производных в точках оказывается. И здесь идет сразу ссылка на источник, откуда вы этот код взяли. Очень тоже важно. Все-таки не быть свиньей и... В общем, если вы что-то где-то взяли, людей надо дарить как минимум ссылкой. Вот сравните до и после. То есть до у нас было 24 строчки, такой вот зазипованная шифровка. Стало 45 строчек. Но код гораздо более ясный, то есть любой человек там через 5, 10, 20 лет сядет, кого скажет, ну все понятно. И разберется даже, если книжки Numerical Recipes к этому моменту уже не будет на свете. Хотя я думаю, что будет. Давайте завершать тему с фортраном. Еще немножечко по поводу того. Ну, вот это все про рефакторинг я, конечно, рассказал. То есть вот справа типичный код на старом фортране, слева приличный код на новом фортране. Больше примеров хорошего кода. Значит, на фортране написано несколько проектов, которые написаны вот реально как бы хорошо, профессионально, настоящими программистами. Ссылки все на слайде привожу. Но это из того, с чем я работал. Просто была возможность зайти, посмотреть код и поразиться тому, какой он хороший. Ну и про научный фортран есть еще несколько источников. Я бы сказал, что очень хороший вот этот вот ссылка на GitHub некого Белявского. У него очень здесь интересно суммировано огромное количество проектов, которые написаны были на фортране в разные годы. То есть там прямо идут ссылки, и можно посмотреть там, ну вот научный софт, да, какой научный софт написан на фортране, какие математические библиотеки написаны на фортране. Это удобно с той точки зрения, что вы можете поискать какие-то готовые решения, которые могут вам пригодиться. Ну и вот для поиска готовых библиотек на фортране есть такой вот сайт fortranlang.org. Про современный фортран написано на самом деле не очень много. Очень рекомендую книжки товарища по фамилии Меткалф. То есть он и про современный фортран пишет, и про вообще последний стандарт 2018 года. То есть вполне себе в духе времени. Там из интересного, например, у него объектно-ориентированное программирование на фортране разбирается. Ну, то есть звучит как дикость, но я знаю, что люди его используют, хотя я бы, наверное, не рекомендовал. Теперь вот с фортраном мы покончили, давайте возвращаться к той повестке, которая была у нас озвучена в начале сообщения моего сегодняшнего. Это компиляция научного проекта. Значит, как я говорил,
Проект должен собираться с полпинка, чтобы не пугать пользователя. Просто сложностями сборки, потому что сложная сборка пользователя, конечно, наверное, отвадит от вашего проекта. Ну, хорошо, разобрались, допустим, написали какой-то хороший сборочный скрипт. Какие компиляторы использовать? Какие компиляторы в этом сборочном скрипте мы будем вызывать? Конечно, те, которые создают максимально быстрый код. Как я уже говорил, научное программирование – это не про обработку символов чаще всего, это именно такая вот молотилка для чисел. Просто там взять там какую-нибудь матрицу миллион на миллион и диагонализовать. Вот оно, научное программирование, выглядит примерно так. Поэтому пользуемся компиляторами, которые создают самый быстрый код. На данный момент это компиляторы фирмы Intel. Ну, естественно, под интеловские процессоры они самые быстрые. Там под IBM-овские процессоры там, типа Power, по-моему, забыл как название, компиляторы PGI, Portland Group. Хорошо, достаточно оптимизированы. То есть смотрим, какой у нас процессор, и в соответствии с процессором, ну, лучше всего как бы брать компилятор от вендора непосредственно. Разрешаем жесткие оптимизации. Безжалостно. То есть вот если мы код отладили, и нам уже не нужно там работать с отладчиком, профилировщиком, можно спокойно врубить максимальный уровень оптимизации. Ну, и если как бы O3 у нас оптимизирует логику, вот, а можно еще попросить задействовать векторные регистры. Ну, что стесняться-то? То есть вот регистры AVX, AVX512, которые доступны там, в последние годы в процессорах, вот, как бы, то есть это векторные команды, которые, например, если складывать два массива, там, будут складывать вам сразу по 30 элементов одним махом за один такт. В общем, выгодно. Да, и еще по поводу компиляции, если вы работаете с суперкомпьютерами, ну, вообще компиляция может быть длительным процессом, не надо думать, что это что-то простое и легкое. То есть если у вас один файлик, то да, он там откомпилируется мгновенно, но бывают научные проекты по несколько миллионов строк, и компилироваться он может часа, два и сутки, если он реально большой. Поэтому имеет смысл компиляцию проводить там, где у вас максимально быстрый диск в первую очередь. Чаще всего все входные узлы на суперкомпьютерах довольно тормозные. Вот, поэтому компиляцию иногда выгодно запускать непосредственно на вычислительном узле. Вот. И, кроме всего прочего, исполняться задача будет на вычислительном узле. Архитектура у них может быть разная. У вычислительной ноды и входной. Поэтому мы сразу компилируем на вычислительном узле, чтобы там все AVX и так далее были, чтобы компилятор их детектировал и максимально это преимущество использовал. Уже цитировал книжку вот про численный метод, да, мы как раз смотрели с плана интерполяцию, я взял пример как раз оттуда. Книжка Numerical Recipes, оно же по-русски рецепты численных методов. Книжки есть для любого языка, по-моему, я даже для Java видел, от чего так не слабо обалдел, то есть заниматься численными какими-то расчетами на Java так довольно странно. Но, тем не менее, в принципе, то есть это такой сборник готовых рецептов. То есть понятно, что готовые рецепты там есть в той же библиотеке, там GNU Scientific Library или в NAMP. Но если вы хотите понимать, что там под капотом, то вам в эту книжку. То есть там все коды, которые они приводят для численных методов, они предваряются достаточно понятно написанным теоретическим введением. Как, что, почему, какие там погрешности возникают. И так далее. Хорошо, ну вот с тем, что касалось оптимизаций, мы более-менее закончили с численными методами. Теперь по поводу тестирования приложений. Возвращаемся к тому, что чаще всего научное ПО – это молотилка для чисел, то есть огромные объемы численных данных. Поэтому очень трудно использовать юнит-тесты. Ну, например, вот если вы хотите какую-нибудь там библиотеку написать, ну, положим, вы хотите на C++ реализовать собственный класс вектор. Ну, что может быть проще? У него там есть какие-нибудь методы pushback, pop, size, ну, что там, да, у вектора еще есть. И для такой ситуации юнит-тест написать очень просто. Ну, там, 5 чисел положил, потом вызвал функцию size, там, да, вот, 5 элементов. Все проверили, все понятно.
Здесь у вас так не получится, потому что чисел у вас этих могут быть миллиарды и триллионы. Но, как правило, на выходе у вас всегда будет ну или одно число, или несколько десятков чисел. И, кроме всего прочего, расчет может занять какое-то время. Ну, гонять юнит-тесты, да, там, для функций, каждая из которых будет работать минуту, ну, достаточно странная затея, плюс все взаимосвязано на самом деле. Ну, у вас функция, например, ну, может принимать там указатель на мегабайт памяти, да, заполненный там значениями, и выдавать там 10 мегабайтов. Ну, как вы для такой штуки юнит-тестирование организуете? То есть, в общем, поэтому чаще всего вы работаете немножко в другой схеме. У вас тест – это постановка задачи и набор правильных ответов. То есть, что вы хотите получить в итоге? Ну, например, вы будете какую-нибудь рассчитывать, я не знаю, ну, энергию молекулы какую-нибудь рассчитываете. То есть вы на вход подаете геометрию молекулы, на выходе проверяете энергию молекулы. А то, что эта энергия молекулы получается там, на промежуточном этапе миллиард численных значений, да бог бы с ними, мы не можем их проверить. То есть мы проверяем только финальный результат чаще всего. Мы понимаем, что машинная точность у нас конечна. То есть если мы проверяем там длину вектора, да, ну, вот у нас 5 элементов положили, ждем, что их будет 5. Все просто, это целые числа. Здесь машинная точность, она конечна. То есть, в принципе, у нас ответы могут там немножко, какой-нибудь 15-16 знаки отличаться. Поэтому проверка ответа, она с какой-то заданной точностью, с каким-то люфтом должна определяться. Ну и вот последнее, ну не последнее, точнее, вот на этом слайде еще что хотел сказать, что очень удобно гонять тесты с помощью C-теста. То есть у нас идет связка C-тест Python. C-тест – это та самая штука, которая позволяет вам писать make-тест. То есть у вас C-make, make, make-тест связка. И вот make-тест, у вас появляется такая вот красивая картинка. И вы сразу видите, а, ну вот этот тест у меня провалился, этот прошел, провалился, и в конце оно пишет, сколько тестов у вас прошло успешно, сколько неуспешно. Ну и тайминг по каждому тесту, можно посмотреть, что там внутри. Давайте на практике, вот как это выглядит, как пользоваться C-тестом. Ну, у нас в нашем проекте есть папочка тест. Внутри папочки тест несколько там десятков или сотен тестов разных лежит. В каждом тесте обязательно должны быть следующие файлы. Значит, это, во-первых, README. Это просто краткое пояснение для сторонних людей. Что именно проверяет тест? Ну, напишите нам хотя бы одно предложение. Там тест решает такое-то дифференциальное уравнение. Просто чтобы было понятно, что именно мы проверяем, какую часть нашего проекта. А потом, ну вот некий Python скрипт, который запускает вашу программу, прогоняет ее и сравнивает ее выдачу с эталонным ответом. Эталонный результат у вас лежит тоже в специальном файлике, можете вот его как бы туда же положить. Вот, и для запуска теста у нас есть некие входные файлы. То есть вот ваши входные файлы, вот ваш проект. Проект съел эти входные файлы, выдал результат. Ну, а дальше результат вы сравниваете с эталоном. Ну, и понятно, что если он совпал, значит успех. Не совпал, значит ошибка. Ну, и вот в соответствии с этим питоновский скриптик, он как раз будет возвращать C-тесту какой-то код ошибки. Ну, и в итоге вот такая красивая табличка получается. Кстати сказать, вот эту штуку можно самому реализовать на Питоне. Очень похожую систему. Я один раз реализовывал, но, честно говоря, C-тест гораздо удобнее. По поводу документирования. То есть, возвращаясь к длительному циклу. Программы живут десятилетиями, документировать их нужно. Документировать как для себя, как для программистов, да, то есть вести какую-то внутреннюю документацию нужно, так и для внешних пользователей. То есть внутреннюю, понятно, да, чтобы не запутаться. Ну, в том числе там какие-то давать вменяемые имена переменам, например, писать комментарии к функциям, чего они делают, какие алгоритмы, какие источники использованы, ссылки на оригинальные работы. Вот это внутренняя документация. Есть документация пользователя. То есть как программу собрать, как оттестировать, как устроены входные файлы,
какие-то туториалы, учебные пособия, презентации, то есть как эту программу запустить и что она вообще умеет. Очень хорошая практика – это иметь хороший веб-сайт. Зачастую приходилось видеть какая-нибудь хорошая программа и чудовищный веб-сайт. То есть каким-то мелким шрифтом, Times New Roman, сплошняком текст, вообще невозможно понять, где там ссылка для скачивания, где чего. Так делать не надо. Вот, поэтому, ну, иногда на содержание хорошего веб-сайта надо, конечно, потратиться на хостинг. Ну, а что делать? Ну, это не такие деньги прям большие. Поэтому сайт поддерживаем. И на сайте обязательно хорошо бы завести какой-то или форум пользователей, или список рассылки, просто чтобы ваши пользователи могли задавать вам вопросы. Хотите, можно использовать, ну, какой-нибудь, я не знаю, Google Groups, например. Просто чтобы пользователи могли написать вам или коллегам и чего-то обсудить, что было бы связано с использованием вашего проекта. То есть вот все эти меры позволяют сделать проект именно продуктом. Продуктом, которым пользуетесь не только вы. Нет, ну, конечно, есть задача, есть ситуация, когда... Ну и от человека, конечно, зависит, когда вот сидит какой-нибудь гениальный ученый у себя в коморке, папа Карл, и 30 лет пишет гениальный код. И потом защищает гениальную кандидатскую, которая 30 лет писалась, 100 мегабайт гениального кода, который нигде не опубликован, написан в одну колоночку, без отзывов, без комментариев, у человека все в голове. Пользоваться невозможно. Ну, такие люди есть, конечно. Но все-таки это, наверное, не тот идеал, на который стоит равняться. Современная наука все-таки делается коллективами, делается в конкуренции. Поэтому, в общем, хорошо, если вы сможете делиться вашей работой. Но если вы ей делитесь, ну, что вы будете по 100 раз объяснять, как запустить, то, ну, проще документацию нормально написать. Другое дело, что просто очень часто нет человека, который бы занимался этим. Ну, поэтому не запускаем. Добавили какую-то фичу в программу, сразу добавили ее в документацию, не тянем время. Ну, давать на откуп студентам написание документации я бы не стал, честно говоря. То есть, скорее всего, получится что-то не очень хорошее. Тут нужна большая ответственность, потому что документация – это товар лицом, люди это видят. Надо, повторюсь, пугать пользователей халтурой. Что еще по документированию? Какие могут быть наблюдения? Ну, конечно, нужно понимать, что пользователь это не всегда... Это почти наверняка не программист будет. С большой вероятностью он будет ученый гораздо более слабый, чем вы. Просто потому, что он пользуется вашим софтом, а не пишет свой собственный. Поэтому старайтесь писать кратко, емко и по возможности просто. То есть не обязательно на первой странице начинать писать какие-то двухдробительные дифуры. Просто напишите, что ваша программа делает, по какому алгоритму. Алгоритм, дайте ссылку на оригинальную работу человека, если захочет, разберется. Что касается... Ну, я привел здесь несколько разных соображений. Ну, вот в частности... Наверное, да, что мне кажется здоровским. В чужих мануалах, с которыми я работал, очень желательно добавить все-таки какое-то кратенькое теоретическое введение. Ну, пусть там оно будет 10 страничек, пускай. Но вы потом просто сможете на него ссылаться при описании ключевых слов. Ну, это просто удобно вам самим. Избегайте скриншотов. То есть люди иногда большое количество скриншотов включают, но документ получается очень тяжелый. И к тому же человек листает, у него там здесь скриншот бесконечный, у вас на страницу максимум 2 скриншота помещается. И чтобы там, ну, добраться до конца туториала, надо там 20 страниц листать, ну, это просто пальцу станет. Поэтому лучше скриншотов избегать, ну, или там 1, 2, 3 вставить, ну, только там, где это действительно нужно. Верстаем в латехе. Ну, или в Word. Ну, в латехе лучше, потому что формулы красиво выглядят. Забыл, вот хотел тут цитату вставить в презентацию, но, к сожалению, забыл, кто ее сказал. Это кто-то из великих программистов, то ли Дональд Кнут,
то ли Линус Торвальдс, вот не помню, но кто-то именно из таких мастодонтов. Значит, утверждение было такое, что если какая-то возможность не описана в документации, считайте, что этой возможности не существует. То есть, если пользователь не может что-то сам настроить, вот считайте, что у вас этого в коде просто нет. Поэтому все-таки старайтесь в документации максимально подробно текущее состояние дел отражать. Кстати, документация может быть такой достаточно двуликой. То есть у вас может быть, например, один латексовский файл, в котором будет стоять некая команда, переключающая версии. Девелоперская версия и пользовательская версия. То есть в пользовательской версии может быть поменьше информации, то есть какая техническая информация там может отсутствовать. Вот девелоперская версия обычно более полная. Ее пользователям не дают. Сказал вот уже про веб-сайт, что веб-сайт должен быть приличным. Вот некоторые примеры сайтов, которые я считаю приличными. Мы с вами Pimol, помните, смотрели на позапрошлом занятии? Это программка для рисования белков. Вот сайт Pimol. Смотрите, они организовали собственную игрушечную Википедию с полным описанием возможностей. Вот, пожалуйста, категории. Да, как рисовать мультики, как делать рейтрейсинг, скрипты, какие-нибудь атомы рисовать. Вот вы просто заходите в Википедию, и у вас по каждому ключевому слову идет подробнейшее описание. Как, что и почему. Ну, например, команда MDO. Да, сразу открываем, читаем, что она позволяет создавать мультфильмы. Ну, какие-то анимации белков. Вот сразу видно, люди потратили время, организовали собственную мини-Википедию. Дополняют ее, ну, это как любая Википедия, ее там можно легко ремонтировать относительно. Ой, ремонтировать, что я сказал? Ну, поправлять, да, вносить в нее изменения, правки. И, в общем, выглядит все это так достаточно выдержанно и достаточно аккуратно. Что еще можно на сайт поместить? А, ну, вот этот пример, программа WASP. Смотрите, Pimol — это про рисование, да, то есть физики тут нету. А WASP — это физика твердого тела. И они здесь перед тем, как описывать ключевые слова, они здесь краткая теоретическая выжимка. Ну, вот, например, да, что такое интегрирование по К-пространству. И вот у них формула сразу готовая. Смотришь, ну все понятно. Вот интегралы какие-то. И дальше в тексте будет описание. Да? Ну, например, здесь дается массив вот этих вот К-точек, про которым производится сэмплирование зоны Брильюэна. Написание вот этих К-точек как раз ключевым словом К-point задается. Оно там ниже пойдет. Все понятно, можно жить. На сайт можно еще примеры input файлов поместить. И это все тот же WASP, который твердотельный, твердотельные расчеты. Input файлы, кстати сказать, удобно оформить в виде, ну, какого-то такого. Ну, то, что называется словом tutorial, да. Полностью разобранный пример, разжеванный в мельчайших подробностях, относительно простой, как правило. И на примере вот этой простенькой задачи устраивается, как организовать файлы. Ну, вот тут, например, пример расчет электронной структуры для металлического кремния с гранит-центрированной упаковкой. Ну, вот, пожалуйста, да, там атомы задали, которые есть в элементарной ячейке, файлы, которые задают параметры расчета, там, да, функционал плотности, еще чего-то, параметры ячейки элементарные. И потом там написано на сайте, как этот расчет запустить. То есть вот, начали работать с новым пакетом, зашли на сайт, открыли туториал, отработали несколько задачек. Ага, ну все, более-менее понятно, как составлять файлы входные, запускать, смотреть результаты. Ну а потом по мере работы с пакетом как-то втянемся, прочитаем остальные разделы в мануале. То есть, как бы, что здорово, можно не читать весь мануал, там, не копаться вот в этой куче информации, а сразу что-то такое самое нужное взять. Вот для этого нужны туториалы, чтобы просто быстро начать и быстро разобраться. Что еще на сайтах пишут? Вот хорошая идея – это, например, замеры производительности разместить. Это такой рекламный ход во многом. Но почему бы и нет, если у вас реально быстро работает программа, быстрее, чем у конкурентов? Ну так это же святое дело, да, пнуть конкурентов, сказать, вот у меня там работает гораздо быстрее, вот смотрите, вот замеры производительности. Пожалуйста.
То есть там вот в зависимости от количества потоков, от видеокарточек можно посмотреть. И эта программа, кстати, молекулярно-динамическая. Можно там разные видеокарточки посравнивать разных моделей. Выглядит всегда очень хорошо, очень красиво. Главное, люди смотрят. Те, кто не очень разбирается, думают, вот это да, вот это продукт, ничего себе, как быстро работает, какая производительность. И это вот производит впечатление. Это представительно. Представительность – это хорошо. Если мы хотим свой проект, ну, как-то, да, ну, продавать людям, да, ну, пусть не за деньги, но чтобы люди им пользовались. Что касается продажи, пользования, передачи кодов, подходов нескольких ко всему этому делу, значит, все зависит, естественно, от жизненных установок авторов, ваших жизненных установок, от желания заработать или альтруизма. Самый такой, на мой взгляд, оптимальный вариант – это исходники, конечно, всем предоставлять. То есть вот вы сделали статью, что-то написали, какой-то код, и выложили исходники на GitHub, на GitLab, на Zenodo. Сейчас посмотрим про GitHub, Zenodo. Самое главное, что я хочу сказать, что в современном научном мире важна скорее узнаваемость и коммуникабельность, нежели заработок денег. Потому что хорошая узнаваемость, хорошая коммуникабельность вам обеспечат статьи, гранты, публикации, и деньги вы все равно получите свои. Вот. Но при этом люди про вас будут очень хорошего мнения. То есть будут говорить, вот это щедрый человек, делится кодами, там все объясняет. Ну и наоборот, если вы что-то сделали и продаете бинарники за 10 тысяч долларов, ну, если такие ситуации, то, ну, наверное, кто-то заплатит, какие-то богатые организации. Но, скорее всего, круг пользователей будет не очень большой, и вспоминать вас будут тихим, недобрым словом. То есть, в общем, на мой взгляд, репутация гораздо важнее, нежели деньги. И поэтому вполне можно пойти на размещение исходников в свободном доступе. А, кстати, есть зануды, которые до сих пор выдают исходники только после подписания лицензионного соглашения. И причем доходит до смешного. Иногда лицензионное соглашение надо распечатать на принтере, писать от руки, заверить в вашей организации и послать почтой вообще в другую страну. И причем в лицензионных соглашениях бывают какие-то совершенно, ну, невероятно абсурдные пункты. Там, ну, как бы... Я даже не знаю, то есть из того, что я видел, там, я не буду использовать там научный софт для совершения преступлений, и вы вот в этом расписываетесь. Ну, какие преступления? Ну, какой научный софт? То есть одно с другим не вяжется, но у авторов, ну, бывают очень, конечно, такие экстравагантные представления о действительности. Ну, то есть вот иногда приходится с этой глупостью считаться, к сожалению. Но, опять же, если вы организуете своим пользователям вот такие сложности, будьте готовы к тому, что просто люди не будут вашей работой пользоваться, будут ее стороной обходить за версту. Так делать не надо. Итак, решили, публикуем в открытом доступе. Если в открытом доступе, сервисов, опять же, масса, я покажу как бы вот те, с которыми я непосредственно работал. Это GitHub. На данный момент это, наверное, такой самый известный веб-сервис для хостинга проектов IT-шных. Ну и не только хостинга, еще и совместной разработки. То есть это, по сути, такой гид-сервер, ну, с приятным веб-интерфейсом. То есть все промежуточные результаты вашей работы вы еще и как бы можете в браузере открыть. И вокруг вот этого гид-сервера очень много чего накручено. То есть это как бы и соцсети для разработчиков, и средства для ведения документации. То есть у них там вики можно маленькие создавать на этой платформе. Можно маленький форум для пользователя открыть, там есть такая вкладка Issues. Не знаю. А, вот у меня есть. Да, скриншот, смотрите, что здесь есть. Здесь есть статистика, да, как вашим проектом пользуются, интересуются. Вот вики можно там организовать. Какую-то кратенькую документацию. Можно статистику посмотреть, сколько строк кода, на каких языках написано. Вот вкладка Issues, это как раз ваше взаимодействие с пользователями. То есть пользователи у вас там такой мини-форум у них сделан.
пользователи задают вам вопросы. А вот у меня там что-то не работает, у меня какой-то баг. А вы сразу, у вас там какой-то новый иш открывается, вы получаете на почту письмо. Там, вот открылось такой вопрос. Приезжаете домой, заходите, отвечаете людям. То есть с точки зрения ведения взаимодействия с пользователями, с точки зрения ведения документации, такая штука 21 века на самом деле. У нее были как бы разные предшественники, но объективно такая вот... Он на данный момент, конечно, самый удобный. В последнее время, правда, начал страдать паранойей. То есть для доступа туда нужен уже приватный ключ. Ну, на мой взгляд, какое-то пошло переусложнение. Поскольку они монополисты, я не исключаю, что у них в какой-то момент жадность откроется. Но пока, к счастью, вроде бы нормально, бесплатно. Так, как им пользоваться? Значит, ну, наверное, нет смысла рассказывать прям подробно, как пользоваться Git-ом. И именно системы контроля версий. Про это много чего написано, большие есть. Вот я здесь цитирую подробное руководство по использованию Git, но я позволю себе озвучить только основную идею. Зачем это нужно? Смотрите. Вот каждый, кто играл в компьютерные игры, знает, что есть такая штука, как патч. То есть вы скачали какую-то лицензионную игру, которая требует ключ активации. Но ключа активации у вас нет, естественно. Вы что делаете? Вы качаете патч пиратский. Игру патчите, у вас в исходник вносится какая-то вот заглушка, да, которая лицензионный код вырезает. И вы дальше играете спокойненько. То есть патч — это вот некая вставочка, да? Патч — это заплатка, в переводе на русский, которая каким-то образом модифицирует код. Это основная идея, на самом деле, системы Git. Вы не храните коды. То есть вот у меня... Ну, как, да, обычный человек, да, мыслит в каких категориях. Вот у меня версия там за 28 ноября, вот за 29, вот за 30, вот за 1 декабря, и вот такие папочки лежат. Ну, сами понимаете, что, ну, у вас если каждая папочка будет по мегабайту, ну, вроде как бы ерунда, да. А если у вас там за 30 лет этих папочек накопилось, ну, можете себе представить, какой объем будет. Так еще и каждый ваш коллега такую папочку создаст. Ну, это ж, не разберешься, и сравнивать это сложно. Поэтому у Гита другая идеология. Есть вот некий стартовый код, да, с которого мы начали, а дальше хранятся патчи к нему. И Гит, на самом деле, когда разворачивается у вас, когда вы делаете у вас на комп Git-пул, у вас скачивается как раз именно набор патчей. И патчи последовательно применяются, вот эти вставочки. То есть патч — это просто кусочек кода и номер строчки, куда его вставить. Ну, так вот. Взяли Git-пул у вас. Тот код, который у вас есть, он просто пропатчился и оказался фактически синхронизирован с той версией, которая лежит на GitHub'е. Значит, как мы с ним работаем? Когда мы начинаем работать с Git-ом, мы стаскиваем себе репозиторий на локальный компьютер к себе с помощью команды git clone. У вас образуется вот эта папка, где лежит исходник. Значит, ну, если вы скачали свеженький, то дальше можно с ним уже работать спокойно. Если ваши коллеги уже успели в нем поработать, то перед тем, как начнете работать вы, нужно, конечно, внести изменения коллег. То есть вы делаете команду git-pull, ваш код как-то патчится, и все внесенные там, допустим, за ночь изменения оказываются у вас на локальной машине. Вот, вы работаете, какие изменения внесли, и вводите, ну, как бы вот в простейшем случае такую последовательность команд. То есть, по сути, это создание нового патча. У вас GitHub, git, прошу прощения, сравнивает вашу текущую версию с той версией, которая была по состоянию на утро, когда вы ее загрузили. Вот. И, соответственно, пишите кратенький комментарий команды git commit. Ну, это называется на жаргоне закоммитить. Вот. Вы пишете краткий комментарий, а что вы в код, собственно, добавили. Вот. И в репозиторий кидаете с помощью команды push. То есть вот команда git push, все ваши правки, они отправились на сервер коммититься. То есть ваш коллега, придя вечером с работы, захочет поработать с кодом, то же самое сделает git pull, все ваши правки получат.
Там есть очень мощный инструмент, так называемые ветки. То есть, когда, например, у вас есть какой-то хорошо стабильно работающий код, а вы хотите какую-нибудь рискованную штуку реализовать, с которой код может здорово поломаться. Ну, какой-то экстремальный рефакторинг. Ну, вместо того, чтобы портить основную ветку, вы как бы заводите побочную, то есть клонируете код, резвитесь в побочной ветке. Если все плохо, все сломали, вы ее просто выкидываете. Если все хорошо, то вы ее как бы делаете основной. То есть вот этот инструмент ветки, ну, с ним надо отдельно разбираться. Там, в двух словах это, конечно, не скажешь. То есть это вот что касается сервиса GitHub. То есть GitHub – это код плюс документация к нему. Есть такой сервис Zenodo. Zenodo, он на GitHub похож, но с ним нельзя работать как с Git-сервером. То есть туда его нельзя использовать для совместной разработки ваших программ. Туда можно вот депонировать. То есть, ну, как файлообменник он работает. Взяли там, залиповали ваши коды, ну, на Zenodo кинули, вот он там лежит. Самая главная фича вообще, ради чего все это? Ради того, что у вас каждый объект на Zenodo получает какой-то идентификатор цифровой DOI. Про DOI мы с вами как-то говорили, по-моему, на прошлом или на позапрошлом занятии. Грубо говоря, у вас все публикации в интернете имеют вот этот вот код DOI, уникальный для публикации. Ну, для статей это понятно, что он есть, а вот для программ он не присваивается автоматически тем же GitHub. Поэтому его вот как бы через... Ну, Zenodo, грубо говоря, с чем сравнить? Ну, черт его знает. Ну, представьте, какая-то некая хэш-функция, да, которая все время генерирует уникальные значения. Ну вот, вы приходите и получаете уникальный номер для вашей работы, по которому ее легко можно найти и заиндексировать. Ну, вот, пожалуйста. Вот как бы он в основном для этого. Чаще всего его используют для хранения датасетов. Это, по-моему, статья... А, это же статья моего коллеги Александра Злобина, который читал прошлые лекции. Это как раз вот у него есть статья про фолдинг белков. Ну, я взял, зашел в эту статью, посмотрел. Вот все вспомогательные материалы, датасеты лежат на Zenodo, то есть их можно достать, посмотреть. Теперь вот последнее, о чем хотел бы на сегодня поговорить, это про авторские права. Ну вот мы сказали, то есть очень хорошо, когда мы не делаем из нашего кода никакой тайны, делимся со всем миром, коллеги могут брать и пользоваться. Но вместе с тем, конечно, было бы хорошо каким-то образом заявить, что этот код ваш. То есть пусть люди им, конечно, пользуются, но все-таки хорошо, чтобы он ассоциировался с вашей фамилией. Ну, лишним это не будет, естественно. Значит, ну, если вы заливаете его к себе на GitHub, у вас на GitHub ваша фамилия, понятно, что автор это вы. То есть все файлы идут с датой, а спорить это уже никак нельзя. Если результаты работы опубликованы на Arxiv, то есть на Arxiv тоже лежит статья, там какая-то дата рядом с этой статьей, ваша фамилия, но опять же понятно, что это вы, вот застолбили. То есть застолбить ПО в принципе не проблема. И приоритет свой декларировать. Но, конечно, хочется еще... Ну, понимаете, это все замечательно, вот, но ситуация такова, что для отчетности это не принимается. То есть если вы, например, отчитываетесь по гранту и должны заявлять результаты научной деятельности, так называемый РИД, вы не можете сказать, а у меня там датасет на Zenodo лежит. Ну, просто потому что это не принимается. Да, учтите, что ваш отчет по гранту могут читать не такие продвинутые люди, да и, в общем, это какой-то заморский сервер, и DOI какая-то заморская ерунда. Поэтому очень желательно оформлять свидетельство на программное обеспечение, то есть проводить государственную регистрацию вашего ПО и получать свидетельство. Почему свидетельство, а не патент? Потому что патенты на ПО не выдают. По крайней мере, в России это так.
То есть патент это, как правило, наш патент, да, можно получить на что-то, что можно потрогать руками. То есть вы какую-нибудь там хитрую уникальную гайку придумали, вот на гайку вы патент получить можете. На программу патенты не дают, поэтому госрегистрация. Бояться не надо, делается это с полпинка на самом деле. Я первый раз ужасно боялся, потом уже начал получать удовольствие. И самый простой способ – это, ну, вариант глобально два. В России этим занимается Федеральный институт промышленной собственности, так называемый ФИПС. Значит, вы можете, конечно, бумажки подавать напрямую в ФИПС. Ну, вот я ссылку привожу, можно разобраться. Но это для любителей острых ощущений. То есть, так, ну, это достаточно бюрократический способ. То есть, ну, не сказать, что он прям безумно сложный, но это бюрократия. Если времени нет, лучше этим не заниматься. Вот. Гораздо проще обратиться в патентное отдел организации. Как правило, во всех институтах и во всех высших учебных заведениях такой кабинетик есть, патентный отдел. Там сидят сотрудники, которые в патентном праве прекрасно разбираются, прекрасно знают, как все эти бумаги оформляются. Значит, единственный нюанс – все права на ПО переходят к вашей организации, где вы работаете. То есть, да, у вас в свидетельстве о регистрации ПО будет написано, что автор – это вы. Но реально все права принадлежат организации. То есть, если вы потом захотите вашу программу продавать за деньги, ну, скорее всего, это будет вне закона. То есть, в общем, учитывайте, что это уже не ваша работа. Ну, а что поделать? Но, с другой стороны, очень часто организации платят за оформление госрегистрации, причем иногда даже немало. Так что вот очень советую. Ну и сам процесс на самом деле не очень такой быстрый, то есть надо рассчитывать, что займет где-то месяц примерно. То есть пока патентное дело ваши документы оформит, пока отправят в Москву в этот ФИПС оригиналы, ФИПС там это все посмотрит, ну и в итоге где-то через месяц появляется вот такая красивая бумажечка. Это именно информация о госрегистрации, такое красивое свидетельство, можно распечатать на цветном принтере, куда-нибудь в рамочку повесить, наслаждаться и хвастаться. Ну и, конечно, показать вашим начальникам, чтобы знали, что вы не зря деньги с гранта получаете. На этом, по большому счету, все на сегодня. То есть вот все, что касается научного программирования и написания программ в науке. Ну, вот такие основные пункты я озвучил. Привожу разные полезные ссылки. То есть это разные инструменты для сборки, Makesy-Test. Это вещи, связанные с оформлением кода, да, вот эти конвенции, касающиеся стиля. Хорошая ссылка еще вот последняя. Не посчитал нужным про это сказать на лекции, но мне кажется, что имеет смысл как минимум озвучить, что такая книжка есть. Автор Хилл «Научное программирование на Python». Она в 2021 году вышла. То есть это ну, вообще по научному программированию, по принципам научного программирования книжек очень мало написано, тем более на русском языке. Поэтому ознакомиться, на мой взгляд, стоит. Это как раз вот про разные NumPy, математические библиотеки. Она очень такая как бы питон-центричная книжка, но, может быть, будет интересно и тем, кто на других языках работает. Вот, по большому счету, все и сказал. Есть ли ко мне какие-то вопросы у уважаемых слушателей? Нет, только спасибо сказать. Вам спасибо, Анастасия, что приняли участие, послушали. Очень вам благодарен. Хорошо, тогда давайте на сегодня наше занятие заканчивать. Я так понимаю, что велась запись этого занятия организатором конференции. К сожалению, у меня нет возможности сохранить запись на локальный компьютер. Ну, это технические моменты, мы сейчас их как бы уладим с организатором конференции. Так что ролик будет на Ютубе, все желающие смогут посмотреть в удобное для них время. В общем, я отдаю себе отчет в том, что в 5 часов, конечно, не всем хочется и не всем удобно. Вот, но ничего страшного. Если появятся какие-то вопросы, пожалуйста, обращайтесь в наш телеграм-канал, пишите, спрашивайте. А на сегодня тогда все. Со всеми прощаюсь. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания.